Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами я, Гремлин Серж, и мы продолжаем играть Warcraft 3 Frozen Throne. У нас вторая кампания, кампания Альянса, Проклятие Мстителей, и мы с вами добрались до главы 2. Утро следующего дня. Воины принца Келя, расположившись в лагере Альянса, ожидают приказа о наступлении. Приветствую тебя, принц Кель. У меня послание от великого маршала Гаритоса. Что слышно на фронте? Обсерватории помогли обнаружить значительное скопление сил нежити. Лорд Гаритос приказывает тебе уничтожить их до того, как они пойдут на Даларан. Думаю, это не составит большого труда. Не сомневаюсь. Но, к сожалению, нам придется немного сократить твои силы. Видишь ли, лорд Гаритос приказал всем пехотинцам, стрелкам и кавалерии немедленно прибыть на передовую. Так что, ребята, собирайтесь. Но это же абсурд. Как я должен воевать с нежитью? Подавить ее авторитетом? Великий маршал верит в тебя и в твои способности. Прояви фантазию. Гаритос... Кажется, я начинаю ненавидеть этого типа. Технически я вам сейчас расскажу спойлер. Это сейчас будет у нас история о том, как кровавые эльфы стали кровавыми эльфами. Так, задание. У нас не будет дополнительных. У нас просто уничтожьте зеленый лагерь нежити. У нас вокруг куча лагерей. На нас уже нападают. Все замечательно. Кто-нибудь ранен? Все великолепно. Но как я понял, они нас собираются уничтожить окончательно, и смысла мне дергаться хоть как-то нету. Вот абсолютно нету никакого смысла дергаться. Наш город осаждают враги. На нас напали. А здесь нам нужно просто начинать уже сразу улучшаться. Наш город осаждают враги. Поторопись. Наш город осаждают враги. Извини, что? Не успеешь и глазом моргнуть. Наш город осаждают враги. Так, алтаря у меня нету. Нужен, значит. Что ж, начальник всегда прав. Постройка завершена. На нас напали. Я готова. Наш город осаждают враги. Ладно. Пора в путь. Сейчас поднаберем армию. Я несу исцеление. Защита, если что, у нас здесь какая-никакая Наш есть. Город осаждают враги. Просто обсерватория. На нас напали. Армия плеч. Наш город осаждают враги. Вот сюда сплавать нужно, как я могу понять, да? На нас напали. Готово. Наш город осаждают враги. Сюда сплавать надо будет. Я несу исцеление. Слава высшим. На нас напали. Здесь высшая гидра находится, тоже интересно. Наш город осаждают враги. Ой. Я готова. Окей, ну, блин, тут столько мест, куда нужно слазить, но мы ничего не успеем. Принц Кель, они захватывают наше внешнее укрепление. Мы окружены. Эти укрепления потеряны.
Придется проявить смекалку. Лишь удал Дип, принц Кель. Мы пришли помочь тебе в борьбе с нежитью. Приветствую тебя, леди Вайши. Я бы с радостью принял твою помощь, но, боюсь, мой командир не одобрит такого союза. Странно, но я его здесь не вижу. Должно быть, он выбрал себе более безопасное место. Давай объединим силы. Одному тебе долго не продержаться. Это верно. Но я... Хорошо. Я принимаю твое предложение. Отлично. Тогда начнем. И как я понял, подкрепление у нас будет... Я теряю терпение. С удовольствием. Мой лук всегда со мной. Ну, что там? Хорошая мысль. К бою готов. Что? Быстрее, смертный. Что? Ладно, быстрее, тоже вас смертный. Берем с собой. Пошлите надирать задницы. Жду с нетерпением. О, уже летят. Ладно. Как я понял, они в основном нас будут штурмовать с воздуха. Готов. Куда летим? Небо зовет. И поэтому, ладно, ястребов оставляем здесь. Пускай лечу. Сражаются. Куда летим? А мы вот этой бандой... У нас есть дела. Отправляемся в путешествие. Я вот не знаю, стоит ли мне распыляться и путешествовать по разным уголкам света. Хотя, с другой стороны, леди Вайши будет теперь с нами всю компанию. Во имя Азара. Ладно, давайте, знаете, как мы сделаем? Лодочку мы пока что оставим здесь. А Наги пускай пока поплавает, прокачает свою барышню. Я думаю, это будет логично. Так, ты. Извини, что? Храма истины у нас тоже не нет. Не лучший вариант. Заткнись. Приказ есть приказ. Не лучший вариант. Уже пора? В бой! Великолепно. Исполняю. Во имя Азары. Мой яд смертелен. Им не уйти. Готово. В бой. Твоя воля исполнится. Им не уйти. Мой яд смертелен. На нас напали. Им не уйти. Яд смертелен. Драконы, драконы. Ты мешаешь мне думать. Может быть, конечно, я и мешаю тебе думать. Так, а мы что, золото не добываем, хотите мне сказать? А золото, ребят, у нас нету. У нас нету, мать его, золота. Да-да, считай, что все уже сделано. Ой, тут какое-то веселье, я посмотрю, да? Будет исполнен. Не ждет смертный. Исполняю. По твоему приказу. Окей, раздобыли мы амулетик. Сюда сплавать? Твоя воля исполнится.
Ладно, сплаваем сюда. Ладно, чтобы не простаивали. В чем дело? Давайте мне здесь зачищайте. Кровь и пламя. Кого вы там забыли? Мурлока забыли. Он, вероятнее всего, пока доплывет, сдохнет. Пора. Ну да ладно. Им не уйти. Я отомщу. Им не уйти. Кровь и пламя. Замечательно. С удовольствием. О-хо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 . Будет сделано. На нас напали. Я отомщу. Кровь и пламя. Им не уйти. Замечательно. Я отомщу. Кровь и пламя. Будет сделано. Отлично. Я отомщу. Будет сделано. Так, сваливаем, 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 сваливаем. Не проблема. Вижу цель. Наш герой погиб. Стреляю. Замечательно. И стоит его воскрешения будет как 2000 смертей, да? Ладно, 255. Терпимо еще. Че, ничего здесь нету? Великолепно. По твоему приказу. Сунулся, называется, эльфами. Ёлки-моталки. Так. На нас напали. Птенчиков я вижу почему-то только трое. И долбоёбы! Ой, долбоёбы! Додумались. Ну ладно, я сам виноват. И, конечно же, Мурлока забыли. Не зря. Во имя Азары. Великолепно. Им не уйти. Да. Мой яд смертелен. Во имя Азары. Исполняю. В бой. Во имя Азары. Мой. Окей, ладно. И по факту, что у нас тут осталось? Вот тут огры. Ну, на самом деле, много еще мест, но я точно хочу гидре сплавать. Что-что, а гидре я хочу сплавать. Я думаю, что там что-то вкусненькое. Им не уйти. Ладно, пока что ребята нас не сильно беспокоят. Пора в путь.
Уже пора? Да, уже пора. И давайте в этот раз без приключений и не через лагерь нежить. Так, все это, конечно же, весело, но нам нужно подумать еще и об атаке на зеленый лагерь. Слава высшим эльфам! У нас есть дела во имя Азары. Им не уйти. Как я посмотрю по карте, вообще нету, да? Исполняю. Рудников. Во имя Азары. В бой. Твоя воля исполнится. Слава высшим эльфам. Да. Твоя воля исполнится во имя Азары. Великолепно. На нас напали. Слава высшим эльфам. Жду с нетерпением. Положись на меня. Мой яд смертелен. Так. Я теряю терпение. Не хватает золота. На нас напали. Кстати, это даже необходимость больше, знаете, такая. Фу. По твоему приказу. В бой. Мой яд смертелен. Им не уйти. Мой яд смертелен. Укажите мне путь. Слишком просто. Извини, что? На нас напали. Куда летим? А дела-то совсем жопа, могу сказать вам. Бою готов. Положись на меня. Ладно. Собираемся убивать зеленый лагерь. Я не знаю, какими я силами. Потому что денег больше нет. Денег больше нет. Вот здесь можно было бы найти какую-нибудь счастливую монеточку, знаете. Вот здесь можно было бы что-то найти. Ну да ладно.
Да ладно. Так, ну и это все, что у нас есть из сил. Будет сделано. Время не ждет, смертный. Твоя воля исполнится. В бой! На нас напали! В чем дело? Кровь и пламя. Замечательно. Сделаю все, что смогу. Положись на меня. Да. Пора в путь. Я отомщу. Не заставляй меня ждать. Жду с нетерпением. Наш город осаждают враги. Во имя Азар. Приказываю. Наш город осаждают враги. На нас напали. Отлично. Я теряю терпение. Магия будет моей. В чем дело? С удовольствием. Поторопись. Отлично. У нас есть дела. Им уйти. Пора в путь. Сделаю все, что смогу. Наш герой погиб. Положись на меня. Да. Ну все, ребят, я не знаю, что мне делать с этой бедою. Наш герой погиб. Вероятнее всего, мне нужно будет вот этот лагерь уничтожать. Да. Забирать рудник под свой контроль. Окей, ладно, переигрываем. Ну что, ребят, я, в принципе, уничтожил лагерь. Кроме этого, я тут неплохо так вот подстраховался в плане. Две башни лишние поставил. Положись на меня. Да. И, в принципе, теперь мы можем сказать, что заживем. Заживем 19 тысяч. Уже пора? Наги здесь пока что поохраняют. Готово. Наги здесь пока что поохраняют. О, так у нас все-таки было дополнительное задание? Ну, окей. Значит, было. Что будем строить? Не успеешь и глазом моргнуть. Что мы здесь будем строить? Мы здесь будем строить. Не лучший вариант. Что будем строить? Тогда что я могу вам сказать? Отлично. Вы в корабль? Укажите мне путь. Что будем строить? Да, мой друг. Вы здесь. Это будет у нас запасной такой лагерь. Готово. Что будем строить?
Или ладно, будьте здесь. Какая-никакая подмога. Хотя, как быстрее. Я могу понять, ведьмаки не сильно, да? Ведьмаки здесь не сильно помогут. Легко. Ладно, значит, ты садишься на корабль и плывешь туда. Извини, что? Ты уверен? Время не ждет, смертный. Великолепно. Что будем строить? Готово. Пару целителей вам. В чем дело? Ты мешаешь мне думать. Да-да, иди чини башню. Все уже сделано. Не успеешь и глазом моргнуть. Постройка завершена. Ты мешаешь мне думать. Ты уверен? Не успеешь и глазом моргнуть. Так. Храм истины, потому что вариант. Там ведьмаки, а ведьмаки мне больше нравятся. Ведьмаки мне нравятся больше. Магия будет моей. Готово. Технически, думаю, уничтожаем оранжевый, и с этой стороны заходим и уничтожаем зеленых. Думаю, это лучший вариант. Враги. Постройка уже завершена. Ты мешаешь мне думать. Готово. Что ж, начальник всегда прав. Положись на меня. Им не уйти. По твоему приказу. Так, целитель должен был приехать. Извини, что? Да-да, считай, что все уже сделано. Где, мать его, мой целитель? Ладно, проще уже будет своих себе сделать. А на что жалуетесь? Повинуюсь. Готово. Ты мешаешь мне думать. Что ж, начальник всегда прав. Время не ждет. Постройка завершена. Я несу исцеление. Жду с нетерпением. Да, мой друг. Не успеешь и глазом моргнуть. В шахту. Ну, что там? Определенная защита у нас этого лагеря есть. Готов. Там вообще все замечательно. Да, тут все замечательно. Я несу исцеление. Ты мешаешь мне думать. Не успеешь и глазом моргнуть. Постройка завершена. Ну и все, в шахту тогда. Че, вылечили? Нет, не совсем вылечили они. А мы пока что армию ведьмаков собираем. Положись на меня. На что жалуетесь? Приступаю. Ну ладно, поплыли. Нагами развлекаться. Постройка завершена.
Мне подвластна магия. Мой яд смертелен. Твоя воля исполнится. В бой! Да. Мой яд смертелен. Мне подвластна магия. Исполняю. И обратно лечиться. Во имя Азары. Нудно будет. Снова будет нудно. Я это чувствую. Мне подвластна магия. И, кстати, у нас сейчас будут проблемы. Извини, что? С жильем. Ты уверен? Так что... Ты мешаешь мне думать. Да-да, считай, что все уже сделано. Не успеешь и глазом моргнуть. Не лучший вариант. Не хватает золота. И чем они там, мать его, занимаются? Время не ждет, смертный. Быстрее! Кто-нибудь ранен? Я жду. Готово. Слушаю. Да свершится месть. Готово. Мне подвластна магия. Ты мешаешь мне думать. Готово. Что ж, начальник всегда прав. Не успеешь и глазом моргнуть. Да-да, считай, что все уже сделано. Ты мешаешь мне думать. Здесь нельзя строить. Ты уверен? И куда это вы, мать его, летите, скажите мне? Мне подвластна магия. Уже пора? Мне подвластна магия. Слушай. Замечательно. Жду с нетерпением. Готовите. На нас напали. На что готово. Жалуетесь? Мне подвластна магия. Готово. Время не ждет, смертный. По твоему приказу. Мне подвластна магия. Идеально, блядь. На нас напали. Поторопись, смертный. Мне подвластна магия. Я отомщу. Как засрать прохождение за один ход, скажите мне. Я отомщу. Не успеешь и глазом моргнуть. Не лучший вариант. Ну ладно, они совершили большую ошибку, решив прилететь сюда. Хотя вот эта вот летающая дрянь меня очень сильно раздражает. Я несу исцеление. Извини, что? Да-да, считай, что все уже сделано. Готово. Не успеешь и глазом моргнуть. Ты уверен? Ты мешаешь мне думать. Не успеешь и глазом моргнуть. Добывайте дерево. Да-да, считай, что моргайте. Все уже сделано. Так. Все, как всегда, очень плохо. Не хватает золота. Готово. Жду приказаний.
Ты мешаешь мне думать. Постройка завершена. Ты уверен? Не успеешь и глазом моргнуть. Магия. Слава высшим эльфам! Готово. Кто-нибудь ранен? Я несу исцеление. Чем могу помочь? Не хватает золота. Постройка завершена. Извини, что? Не хватает золота. Не успеешь и глазом моргнуть. Слава высшим эльфам! На нас напали. Я немного в шоке, конечно же. Немножечко. Но да ладно. Наш город осаждают враги. Отчасти я готов это пережить. Не заставляй меня ждать. Да свершится. Ладно, пошлите в атаку. Уничтожить всех. Хотя у нас с летающими все плохо будет. Смерть, сука, путная. Уничтожить всех. Ты мешаешь мне думать. Что ж, начальник всегда прав. Война за... Смерть, сука, путная. Магия принадлежит мне. Наконец-то. Сейчас, если мы это уничтожим, даже ценой такого количества народа... Магия принадлежит мне. Нет, они просто заспамили. Они просто, мать его, заспамили нежитью. Да, мой друг. Повинуюсь. Ваша воля. Так, на вот эту дрянь нужно уничтожить врага. Просто. Мерзкие отродья. Я в гневе. Мерзкие отродья. Наш город осаждают враги. Наконец-то. На нас напали. Не успеешь и глазом моргнуть. Уже пора? Я смертелен. Извини, что? Ты уверен? Положись на меня. На нас напали. Время не ждет. Я не знаю. Уже пора? Поторопись. Положись на меня. Что будем строить? Что мы будем строить? Мы с тобой будем строить... Не успеешь и глазом моргнуть. Птичью ферму. Да-да, считай, что все уже сделано. Ты мешаешь мне думать.
Что ж, начальник всегда прав. Быстрее, смертный! Извини, что? У нас есть дела. Не успеешь и глазом моргнуть. Ты мешаешь мне думать. Да-да, считай, что все уже сделано. Не хватает золота. Ладно, ладно, ладно. Я не вижу другого варианта, кроме как... Спамить. Постройка завершена. Ладно, я думаю, нам столько летунов уж не нужно. Мне подвластна магия. Вот так вот сделаем. Слава высшим эльфам! К бою готов! Подвластна магия. Извини, что? Ты уверен? Слава высшим эльфам. Подвластна магия. Магия будет моей. Единственная моя проблема большая в этой игре, то, что я абсолютно не пользуюсь скиллами своих солдат. Вот абсолютно. Их так много, между ними нужно всеми переключаться, что-то включать. И меня немножечко это раздражает и выводит из себя. Готово. Мне подвластна магия. Не успеешь и глазом моргнуть. Да, я считай, думаю, что все уже сделано. Слава высшим эльфам. Мне подвластна магия. Ну, что там? Положись на меня. Великолепно. Слава высшим эльфам. Да, они же здесь себя именуют высшими эльфами. У нас есть дела. И сейчас мы, походу, всех и потеряем, мать его. Я несу исцеление. Ну иди неси исцеление сюда. Слава высшим эльфам. У тебя там много сейчас работы будет.
Постройка завершена. Исцеление. Окей, предположим. Я теряю терпение. Замечательно. Подвластна магия. Походу я своим огнем свои же здания уничтожаю, вам не кажется? Да. Кровь и пламя. Замечательно, горжусь собой. В чем дело? Сделаю все, что смогу. На что жалуетесь? На оранжевый лагерь, которым нужно надрать задницу. На нас напали. Уже пора? Магия. Чем могу помочь? Мерзкие отродья! Я в гневе! Мерзкие отродья! Я в гневе! У нас есть дела. В бой! Кто-нибудь ранен? Магия будет моей. На что жалуетесь? Время не ждет, смертный. Так. Ты мешаешь мне думать. Мы тут остались без башни вообще. Извини, что? На нас напали. Ты мешаешь мне думать. Ты уверен? Положись на меня. Ну, что там? Время не ждет, смерть. Готово. Мой яд смертелен. Им не уйти. Время не ждет. Не успеешь и глазом моргнуть. Не лучший вариант. Быстрее. Уже пора? Да, мой друг. Эти маги себя лечат, понимаете? Повинуюсь. Положись на меня. Готово. Мой яд смертелен. Извини, что? Не успеешь и глазом моргнуть. Постройка завершена. На нас напали. Да-да, считай, что все уже сделано. Быстрее, смертный! Я теряю терпение. На нас напали. С удовольствием. У нас есть дела. Великолепно. Чё, кто кого? Нет, он. Наш город осаждают враги. Твоя воля. На нас постройка завершена.
Окей, ладно. Предположим. Не хватает золота. Кто-нибудь ранен? Ваша воля. Я несу исцеление. Приказывай. Слава высшим эльфам. Не хватает золота. Что будем строить? Что ж, начальник всегда прав. Готово. Ты мешаешь мне думать. Не лучший вариант. Не хватает дерева. Мне подвластна магия. Слава высшим эльфам! Слава высшим эльфам! Не успеешь и глазом моргнуть. Да-да, считай, что все уже сделано. Мне подвластна магия. Хотя, мне кажется, выгоднее будет уже здесь, вот так вот. Мне подвластно. 4000 у нас осталось. Слава высшим эльфам. Ладно, побежали уже. Да уничтожать этот гребаный лагерь. Оранжевый. Постройка завершена. Что будем строить? Им не уйти. В бой! Магия. Им не уйти. В бой! Я смертелен. Время не ждет. За Кельталас! Жду с нетерпением. В бой! Ладно, предположим, у нас есть запасной рудник. Извини, один. Что? Что ж, начальник всегда прав. На нас напали. У нас есть дела. Наш город осаждают враги. Кель, я теряю терпение. Разберись с этой херней. Не успеешь и глазом моргнуть. Ты уверен? Пора в путь. Будет сделано. Жду с нетерпением. Наш город осаждают враги.
Быстрее! Наконец-то! У нас есть дела. В бой! На нас напали! Да. Мой яд смертелен. Именуйте. В бой. Вот эту шнягу уничтожайте, пожалуйста, быстро. Проберитесь, добегите, уничтожьте просто. Я не помню, где горгульи делаются. На нас напали. Время не ждет. Ясно, ясно, ясно. Просто так мне это не поддастся. Короче, как мы делаем? Сюда плыви, кораблик один. Окей, а мы в этот момент здесь вот. Я готова. Я подвластна магии. Золотой рудник скоро иссякнет. Да я в курсе. Я готова. На нас напали. Я теряю терпение. Отлично. Я готов. Ты мешаешь мне думать. Да-да, считай, что все уже сделано. Мне подвластна магия. Слава высшим эльфам! Я несу исцеление. Пора в путь. Замечательно. Отлично. Я несу исцеление. Я несу исцеление. Я несу исцеление. Уже пора? Я готова. Окей. Окей. Я несу исцеление. Быстрее! На нас Извини, напали. Что? Вовремя. Не успеешь и глазом моргнуть. Я готова. Слава. Ты уверен? Высшим эльфам. На нас напали.
Я несу исцеление. Золотой рудник обрушился. У нас есть дела. Исполняю. Я несу исцеление. Слава высшим эльфам! Не хватает золота. Да, мой друг. Приступаю. Извини, что? Таскайте просто так. Потому что строить здесь лагерь я не вижу смысла. Вот честно вам скажу, не вижу смысла. Не успеешь и глазом моргнуть. Да и вы тоже присоединяетесь. Ты мешаешь мне думать. Не хватает золота. Положись на меня. Слава высшим эльфам! Мне подвластна магия. Окей, кораблик при... Готов. Лечу. Мне подвластна магия. Не успеешь и глазом моргнуть. Не лучший вариант. Время не ждет, смертный. Окей. Кораблик. Высаживай всех. Чем могу помочь? Да, мой друг. Вы у нас будете... Кем вы у нас будете? Чем могу помочь? Я в гневе. У нас есть дела. Все полетели туда. Но основная часть. А мы пытаемся уничтожить бойню. Им не уйти. Во имя Озары. На нас напали. Наш город осаждают враги. Да, мой друг. На нас напали. Что там? Положись на меня. Наш город осаждают враги. Наш герой погиб. Магия будет моей. Знаете, это больно. Наш город осаждают враги. Да задолбали вы, кто тут? Ясно. В общем, ребят, я в жопе, и мне, походу, снова придется переигрывать. Я снова в жопе, потому что так мы деньги не наскребем. Честно вам скажу, не наскребем мы так деньги на целую новую армию. Это если только... Ты мешаешь мне думать. Не хватает золота. Ратушу здесь сделать.
Если только делать здесь ратушу. Не успеешь и глазом моргнуть. Что ж, начальник всегда прав. Извини, что? Да-да, считай, что все уже сделано. Не успеешь и глазом моргнуть. Не лучший вариант. Куда летим? Что? Быстрее ветра! Ну, на что там? Напали. Ну и куда эти фиолетовые прут, скажите мне на милость? Или все это время все сухопутные атаковали на... Извини, что? Не хватает золота. На нас напали. Быстрее! Магия принадлежит мне! Время не ждет. Все, ребят, я сдаюсь на самом деле. Мне уже достаточно поздно. Наш город осаждают враги. Уже достаточно поздно. На нас напали. Я никак это не выиграю. Нужно начинать все заново. И поэтому я продолжу уже завтра. Снова начну все. Наш город и сделаю враги. Все возможное. Сейчас я понимаю, что еще час-полтора я не высижу. Нет, я не высижу столько. На нас напали. Так что давайте увидимся в другой серии.